Всем привет! Сегодня у нас катание. Привет! Пустой каток. Вот это новая курточка до минус 60 градусов. Классное тепло. А на улице сегодня минус 32. Говорят, по правилам катка надо одевать шлем. Ну что, приходится. Но я сегодня никак не думал, что придется мне пойти кататься. Дочка говорит, иди, сегодня у внука катание, публичное катание. Ну ладно, приехал, меня поставили перед фактом. Одевай коньки, кататься быстро. Ну, пришлось, катаюсь. Хе-хе-хе. Объедем вокруг катка. В Новый год будет новогодняя дискотека на катке с музыкой, с лампочками. А вы смотрите, что сейчас творится. Время без 25. Публичное катание называется. Что все отдыхают после Рождества или что? А, говорят, сегодня уже елку надо убирать. Рождество закончилось. Внук кричит, дед, елку убирать. У нас стоит до 14 января и дольше. А тут все. Будут елку убирать сегодня. Все, праздник закончился. Ну, там Новый год будет, дискотека с музыкой, с лампочками. Посмотрим, что там получится в Новый год. Вообще классно. На таком катке кататься мы втроем. Дочка и внук. Втроем катаемся на всем катке. А каток, такой лед. Тут настоящие хоккеисты тренируются. Много-много команд, все время расписано. Но мы сегодня попали свободно. А вот там гараж Zamboni. Знаете, что такое Zamboni? Это машина, которая делает лед, заливает.
Вот туда она заезжает. О, видок хороший. В Канаде время после обеда. Вот сейчас 16:44, а у них 4:44, ну а буквы ПМ нет. Ну ладно, буду кататься. Всем привет, привет из Доусон-Сити, с катка Арена. Арена-каток. О, ворота. Дочь ворота вытаскивает для внука. Сейчас, наверное, еще возьмет шайбу и клюшку. Будем в хоккей играть. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Ну ладно, все, взяли клюшки, пошел играть в хоккей. Все, мне клюшку несут. Всем пока-пока, спасибо за внимание. Сейчас шайбу. Как они возьмут? Всем каждому по шайбе или как? Ну, пока-пока. О, три шайбы. О, какая хорошая клюшка. Трус не играет в хоккей. Опа! Промахнулся. Куда ты еще одни ворота? Хватит нам одних. Все. А где твоя клюшка? А где твоя клюшка? Все. Вот так, в падении. Гол! Ура! Гол! Гол! Вот так. Гол! Привет, привет. Сегодня у меня были совершенно новые коньки.
первый раз одеты. Хорошие книги. Остро наточенные. Классные, удобные. У меня были в Краснодаре коньки Канады. Но тут косточка. Все время косточка ноги упиралась вот тут в коньки. А тут так удобно, слушайте, я вот сколько прокатался, вообще не дави, ничего. Хоть я конек затягиваю и нормально катаюсь, отлично. Ну, а у меня что, обычные какие-то китайские были. Вот, классно.